Владимир Колокольцев встретился с президентом Республики Никарагуа Даниэлем Ортегой и передал поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с вступлением в должность на новый срок. От имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина разрешите мне поздравить вас со вступлением в должность президента на новый срок, пожелать вам на этом посту больших успехов. Ваша триумфальная победа на прошедших выборах убедительно свидетельствует о том, что вы истинный лидер своей страны. В ходе встречи обсуждались вопросы российско-никарагуанского взаимодействия по ряду направлений, в том числе в области здравоохранения, торгово-экономических связей и в сфере высоких технологий. Как министр внутренних дел, подтверждаю, что отношения взаимодействия правоохранительных органов развиваются очень динамично. Достаточно позитивно развиваются контакты в области здравоохранения. Прорабатываются вопросы строительства гидроэлектростанции. И российская сторона подтверждает наше и впредь будущее участие в гуманитарных проектах, в которых мы работаем на протяжении последнего времени. Владимир Колокольцев особо отметил продуктивное сотрудничество по линии правоохранительных органов в сфере борьбы с наркотиками, организованной преступностью и в подготовке кадров в образовательных учреждениях МВД и ФСБ России.